Привет, привет, мои хорошие. Сегодня мы приехали в торговый центр в районе Борного. Называется он Форум. Мы только зашли. Вот смотрите, начинается торговый центр с детских развлечений. Колясочки для детей. Ой, колясочки, говорю, господи, качели. А вот тут прямо огромная IKEA. Он просто огроменный. Наш папа с коляской. Ну и, как всегда, кафешки. Куча кафешек. Раньше снимала здесь. Ну, в принципе, не осталось, наверное, мест, где я не снимала. Здесь огромный Мигрос. Мигрос – это сеть продуктовых магазинов по Турции. Мадо – тоже сеть кафе. Мороженое. В кафешках есть продажи мороженое, а вот так еще в магазинах возле моего дома, например, пока еще нет мороженого. Там внутри развлечения для детей. Я слышу по музыке детской. Вон как раз детки прыгают. Кинотеатр. Вы знаете, я вот задумалась, мои дети немножко подрастут, и куда я их буду водить развлекаться? Вот остается только вот эти торговые центры, где есть кинотеатры, зоопарк какой-то, может быть, и один есть у нас парк с качелями. Больше не знаю даже. Пока закроюсь. Так, поснимаю немножко вам улицу. Улица! Так, магазин. Цветочки, которые круглый год. Сигара ичмес. Чё, опять лютая. Кто сигары курит, говорит, пожалуйста, говорит. Биткилер, сигара ичмес. Так, измаритлер, чё, пелютвен. Этот, насколько я поняла, насколько моего турецкого маломальского хватает, что растения сигареты не курят, пожалуйста, окурки... мусор. Вечером вот это все, лампочки все светятся, горят, очень красиво бывает. В прошлый раз, когда я здесь была, вот... А, и вон там висели смайлики, а сейчас там висят фонари разноцветные. Да, ремонт магазина, кожаной одежды, курток, сумок, но там не все бывает кожа. Виктория Сикрис, бодишоп и так далее. Мужичок. Али ты крот? Вот они, эти фонари. Сегодня у нас такое небо, местами такое ясное, местами такое... Все в тучах. Сейчас везде скидки предпраздничные. Хотя нет, не везде. И в Роше. Я представляю, какая вечером здесь красота, когда они разноцветными огнями светят. Назар Бондюк! Чтоб не сглазили! Любимое украшение турецкого народа. Вообще, конечно, украшение красивое, цвет очень такой яркий, красивый, ничего не скажешь. Но в его силу я не верю. Зуечка пошла... Куда она пошла? В Кальцедонию. Звезда прячется, звезда. Уела. Здесь указатели, что где, чтобы не затерялись такие, как вот это вот. Да хватит меня занимать! Так, Nike там, Пенти. Ну вон они, эти ножки там должны были быть. Нету ножек, да? Нету. Вместо ножек. Я же говорю, постоянно меняют. Раньше там были ножки женские висячие. Ну, из пола. Г пола. Ужасная марка, блин.
Да, эта сторона красивее. Вот так вот. Я люблю зиму, я люблю форум Борнова. Форум Борнова — это вот это вот место. Сейчас я продолжу снимать. Я как раз начала снимать, и вот она, еще одна, будущий блогер. А, вон он, мой супруг. Ой, US Polo. Так, мой муж собирается в Polo. Пусть зайдет, посмотрит, что там есть интересное. Скидки, скидки, скидки везде. Знаете, как неудобно, когда большая такая коляска. Всем бак. Магазин народу, конечно, наховато. Знаете, товары разбирают только так. Немножко цены покажу вам, пожалуйста. 229 лир. Ну, качество половских вещей мне нравится. Красивая футболочка 179, 180 буду говорить, потому что 179,95. Мужу выбрали вот такую вот рубашку. 249,95, 250 лир, будем говорить. Он выбирал вот такую. Потемнее я взяла посветлее ему. Штанишки, обувь какая-то. Ну, короче, то, что ему понравилось. Есть вещи на скидке. Еще вот такая рубашка нам понравилась, но из-за того, что у него белых рубашек очень много, не стали эту брать. Очень много вещей на скидке, и люди прям разбирают. Мне понравилась, приглянулась одна рубашечка женская, но я ее не взяла, потому что нужно мерить. У меня на это времени нет. Сейчас покажу вам ее. Вот это. Раскрывать не буду, девушка ее уже сложила. Обычная рубашка с длинными рукавами. Ткань просто очень интересная. 200 лир она. И сумка вот приглянулась, думаю, поместятся ли в эту сумку мои бутылочки, подгузники и так далее. Теперь, сейчас, когда я вещи покупаю, нужно думать об этом. Где она, где она, где она? Она здесь была где-то. А, вот она. Вот я ее смотрела. Вот это. Ну, классика, ничего такого. Она 300 лир. Ну, над сумочкой я еще подумаю. Может, я найду кожаную со скидкой за такую цену. Ну, здесь вот такие вот цены. 250. 370. 450. И так далее. Вот очень красивый голубой цвет. Там модели нет, которые мне нравятся. Есть детская линия тоже. Но для моих манюсеньких деточек нет, для детей постарше. Вон мое чудо. Так. Таманна? Жакет табак, белькива. Господи, мы провели в этом US Polo, наверное, полдня. Час точно мы там провели, да? Час, наверное, мы там были, Зуль. Ну, наконец-то все он выбрал. Сейчас пойдем где-нибудь перекусим. Я накормлю детишек. О, вкусно пахнет кофе, потому что вот здесь вот сзади меня сидят и пьют кофе. Знаете, резко стало холодно. Погода не такая уж прям теплая, как мне показалось изначально. Такая вода прям прозрачная. Только рыбок здесь не хватает. Есть, конечно, там стеклянные нарисованные.
И то, что вечером. Представляете, я себе ничего не купила. Вчера покупала детям в интернете одежду, не смогла оплатить ни одной картой. Почему-то не получилось, пришлось выбрать оплату наличными. А когда выбираешь оплату наличными, там чуть-чуть оплачиваешь. Ну, там недолго, ой, недолго, говорю, немного там. 5, 6, 7, 8 лир, наверное, сверху оплачиваешь. Я просто хотела оплатить картой и не возиться. Смотрите, да, какая красота. Господи, везде, возле каждой пальмы, там разного цвета цветочки. Красота. Пьер Кардин. Если что. Знаменитый фотограф, мой друг. Почему мой друг? Потому что в прошлый раз, когда я снимала видео в этом в торговом центре, я назвала его своим другом. Смотрите, какая красота. Все фотографируются. У этой красоты мы тоже, конечно же, сфотографировались. Сейчас там девочки фоткаются, поэтому ниже не снимаю. Так, мой муж ушел. А, нет, он там стоит, ждет. Мы идем сейчас куда-нибудь перекусить. Я уже говорила, наверное, об этом. Стало резко холодно. Ох, похолодало, а. Главное, чтобы мои детки не замерзли. А остальное не важно. Мужичок, кровь. Где моя Зулечка? Мы зашли в Икея. Вот здесь я вам ничего не снимала, потому что... Не снимала, потому что, знаете, возможности не было. А здесь есть магазинчик. Вот такой вот отдел шведских товаров. Вот. И что здесь гиномаркеты. Соусы я вижу здесь. Варенье всякие. Вина там были, шоколадки были. Он здесь уточку, по-моему, покупает. А вам все сечем, бен сечем. Я покормила деток. Здесь, знаете, очень любезные работницы. Вообще по Турции к детям особое отношение. Я хотела... Там на скамеечка была, присела, хотела быстренько дочь накормить, потому что она плакала. Вышла работница, девушка провела меня в свою комнату, в которой работники, они сидят. Такая небольшая комната была. Там я спокойно смогла покормить деточек. Вот такое вот отношение к деткам, чему я очень-очень рада. Оха, 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 оха. Там я вижу то, что я люблю. Не самое полезное, конечно, и... Грудинка индюшки копченая. Вот эту штуку надо будет взять, попробовать. Так, она стоит 34,95 килограмм, по-моему. Сейчас я здесь пройдусь. Мне интересно, что здесь есть еще. Сыр какой-то, по-моему, это вонючий сыр. Я его не люблю. Все, что связано с вонючими сырами, я не люблю. Сыр Гауда. Килограмм, ну, ничего себе, почти 85 лир. Вот эту индюшку надо взять. Так. Что-нибудь еще сейчас посмотрю. Всякие конфетки, конфетки. Оригинальные трюфели. Интересно. Надо взять. Так, что еще? Что здесь есть? Какие-то вот шоколадки за 27,95. Возьмем их тоже. Интересно просто попробовать все. Так, мой муж пока не расплатился или расплатился? Где он? Я его не вижу. По-моему, расплатился.
Опля. Стемнело уже, пока мы здесь. Так, смотрите, да? Вот эти самые фонари, которые я снизу снимала. Какая красота ночью. Я не знаю, сейчас снизу я пройду там, чтобы их заснять или нет. Но сверху просто бесподобно. Решила я вам все-таки снизу тоже заснять эту красоту. Боже, как красиво. Даже приятно так гулять под фонариками такими цветными. Красота! Так, наш папа пошел в магазин Пола за своими брючками. Он их давал подкоротить. Такс, такс, такс. Я сейчас пойду следом. Ой, такая модная турчаночка идет. Ну, наверное, турчанка, я думаю, прямо напротив меня. Моднявая. Нравятся мне красивые люди. В принципе, кому они не нравятся? Летом, конечно, здесь вообще супер посидеть. А сейчас вот на улице, конечно, прохладно. Закончилась прогулка. Мы идем на стояночку к машине. Дочь, моя дочь. В коляске. Сынуля не хочет сидеть в коляске. Не лежать, не сидеть. Вот. Пойдем. Что сейчас Зуля нас снимает? Бегущая Фатима. И что мне снимать? Ну вот попросила снимать ее пятую точку. Представляете? Можно сейчас закрывать. Спасибо за съемку. Вы мне должны, девушка, деньги. Я всю жизнь тебе должна. Денег, пожалуйста. Денег. Подайте, пожалуйста, денег. Подайте, пожалуйста, денег. Пятая точка? Это как? Девочки, представляете? Она мне никак не хочет дать денег. Ну вот никак. Все.